Просвещение, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателя МКД ТСЖ ЖСК и активных граждан Самарского района областного центра провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его ключевой задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении домами. Хочется жить в 21 веке, соответствовать веку просто-напросто. Поэтому вот я жду, что сегодня что-то интересное нам расскажут, и что-то мы возьмем себе на заметочку, и уж тогда мы будем непосредственно работать с администрацией, чтобы у нас альянс хороший получился. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрации, ЖКХ и управляющих компаний. Они отвечают на вопросы председателей. Кроме того, участникам выдают специально разработанные рабочие тетради председателя МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть ссылки на нормативные правовые акты и бланки образцов заявлений. Также граждан знакомят с электронной платформой ГИС ЖКХ. Это хорошая база знаний. Основной целью этих семинаров является подключение к системе ГИС ЖКХ, когда собрания могут проводиться дистанционно, чтобы меньше жителей вовлекать в очные собрания и чтобы меньше было вариантов для обмана со стороны управляющих компаний, чтобы это все было честно и прозрачно. Также активные граждане могут задать свои вопросы депутатам, которые присутствуют на семинарах. Когда люди говорят о том, что их волнует и беспокоит, именно это дальше ложится в основу нашей работы. Как появился закон о тишине? После того, как жители начали обращаться и жаловаться то на вывоз мусора, то на работу строителей и ремонтные работы, после этого потребовалось внесение корректив для того, чтобы определить то время, когда маленькие дети отдыхают днем, например. В Самарском районе областного центра 1487 многоквартирных домов. Из них около 150 многоэтажных, в которых есть свои председатели МКД. Освоить новую программу им помогают в ресурсных центрах. В Самарском районе их два. Они расположены по следующим адресам. Некрасовская, 62, и Фрунзе, 67/69. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей МКД. Его номер 8-800-55-55-263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.